Вопросы общественной безопасности обсудили на заседании Совета территории в 17 округе. Встречу провели в 7-й школе. На нее пригласили начальника городского МВД Евгения Гаенко и других представителей полицейского ведомства. Обсуждение началось с отчета перед населением. Так, с начала года участковым уполномоченным лично было раскрыто 2 преступления. Кроме этого, выявлено 37 административных правонарушений, 2/3 из которых приходятся на нарушение общественного порядка. Обратная связь, когда люди непосредственно могут вживую высказать свои какие-то проблемы, наболевшие, вопросы задать участковому. Профилактика правонарушений и преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности участкового уполномоченного полиции. Однако без взаимодействия с гражданами и представителями народной дружины невозможно осуществить контроль за порядком на территории. Направление создания и развития добровольных народных дружин мы проделали достаточно большую уже работу. Мы 2 года системно занимаемся у нас на округе. У нас есть уже 15 активных членов, которые на постоянной основе участвуют в жизни района, в организации патрулей, взаимодействия с участковыми, с жителями нашего округа. У нас уже есть первые результаты. Особое беспокойство правоохранителей вызывают участившиеся случаи мошенничества. Прежде всего, от действий аферистов страдают люди преклонного возраста. На заседании еще раз напомнили о бдительности и призвали не доверять незнакомцам. Отметим, что подобные встречи представителей ОМВД с населением проводятся регулярно.